Акула тоже милая, но кусается. Птичка. Птичка хап за яичко, ну. Мой поросеночек. Грязное, вонючее животное. Но я его люблю. Поросеночком обычно называют того, кто много кушает и пьет. И у него беспорядок в комнате. То есть это я. Как еще можно смешно, не знаю. Надо подумать. Верблюд, например, да. Верблюжонок. Почему верблюд? Потому что, когда говорит, плюется. Верблюжонок, значит, не горбатый, плюется. Ну, есть такие люди, когда говорят и плюются. Вы встречали таких? Я да. Че, мы его тоже закроем? Yes. Yes, yes. Yes. Нет, не yes. Он...
скакнул. Козленочек, вон. Тоже, точно еще козленочком можно назвать. Мой муж козленочек. Всегда прыгает. И первый лезет в драку. Я бы не сказал, что у тебя беспорядок. Ты не видела мой соседний стол. У меня два стола. Один, на котором мышка с клавиатурой, а второй, на котором, ну, очень много всего. Разные там провода, лампочки. И другая электроника. Блин, я ни одного крипа не захитил. Каким образом ты продвигаешь стрим? А? Где мой верблюд на борде? Мне он нужен. Вот он. Эффектно зашел, эффектно вышел. Верблюд неинтересно, не смешно, лягушка? Нет, 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 лягушка точно не смешнее. Ну, короче, у каждого свои там пороги. У каждого человека свои там смешные животные. Да, млекопитающие. Лягушка — это существо, да? Рядом с человеком стоит. Есть вот обезьяны, лягушки.
Что там бард делает? Верблюжонок, да. Ну я не слышал, чтобы так кто-то кого-то называл. Если честно. Но я уверен, что кто-то кого-то так называет. В любовных там отношениях. Но я не на практике не встречал. На практике я там типа слышал, как называет кто-то кого-то зайчиком, там солнышком, ну, такие типа дефолтные слова. Персик. Персик, кстати, норм, да. Опа. 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 А это конечная. No, no, no. Гаддон. Вообще не было шанса выжить, на самом деле. Шансов на выживание ноль. Ты говоришь, это детский сад, а когда люди решают проблемы не словами, а кулаками, это не детский сад? Ну это не детский сад разве? Это по-взрослому? Лучше уж пусть такой детский сад будет сопутствовать мне по жизни, чем насилие, которое в основном свойственно... Бард ее догонит. Детям и подросткам. Лучше уж пусть такой детский сад будет. Блин, он меня убил. Лол, мне урона не хотел. Опять вся команда на боте. Долго идут союзники. Ну хорошо, что хоть вообще пришли. А то не могли не прийти, не залутать тут 4 килла.
Че, догоним псину? Да, догоним. Бафи сейчас. Дракон появится. Им бы выйти отсюда. Выйдите оттуда.
Я труп. Консервный герой этот физ. Такой же консервный, как Ясу. Но они сейчас все сдохнут под вышкой. Почему Ксанте не танчит? Почему он так далеко был сейчас от меня? Как ты попал? Ну как? Ну я же в прыжке был. Ладно. Блин, еще и на шор меня плюнул. Но он меня, но мне на шор, не на шор добил, а предмет. Ладно. Они должны закончить. Удалите физа из игры. Вышку бейте. Ой, вышку, главное задание.
Мне плюс 17 дает. Жесть. Минус 30, плюс 17.